Павлодарские медики сейчас борются за жизнь 7-летнего мальчика, которого ударило током. Происшествие случилось накануне в селе Жанажол в 100 метрах от школы. Играя в прятки, ребенок забрался под трансформатор и, скорее всего, ухватился за высоковольтный провод. Первым на месте происшествия оказался местный электромонтер, затем прибыли фельдшеры. Пострадавшего самолетом санавиации доставили в детскую областную больницу. Его состояние крайне тяжелое. Медикам пришлось ампутировать ему руку. Общая площадь тяжелого поражения где-то 15%. Травма инвалидизирующая. Предполагается очень много операций на всех очагах поражения.